С именем Василия Перова связан расцвет бытового жанра, который с 1860-х годов стал одним из ведущих направлений в русской живописи. Отчасти художник продолжал традиции, заложенные его предшественником Павлом Федотовым, автором картин «Разборчивая невеста», «Сватовство майора» и «Завтрак аристократа». Не случайно критик Владимир Стасов отмечал, что Перов поднял выпавшую из рук Федотова кисть на том самом месте, где он ее уронил, и продолжал начатое им дело. Наряду с произведениями обличительного характера Перов создавал и менее критические жанровые картины на тему судьбы маленького человека. К числу таких полотен относится картина «Дворник-самоучка». Название работы поясняет содержание сюжета, взятого из жизни городских обитателей. Художник с симпатией и сопереживанием изобразил своих героев – молодую пару, дворника и служанку. Как тонкий психолог, Перов передал внутреннее состояние персонажей, сосредоточенность юноши, погруженного в чтение букваря и мечтательную задумчивость девушки, для которой мир грамоты остается совершенно непостижимым. Появление картины «Дворник-самоучка» связано с важными переменами в системе образования, которые происходили после отмены крепостного права, 1861 год. Согласно принятым в 1864 году программам обучения, уставу гимназий и прогимназий и положению о начальных народных училищах, образование стало доступно представителям всех сословий. В частности, получили распространение воскресные школы для обучения ремесленников и рабочих.